В столице обсудили вопросы обеспечения промышленных предприятий Якутии местными кадрами. Отмечено, что снижение уровня безработицы – одна из приоритетных задач органов госвласти республики. Работы в этом направлении ведут еще с конца 2014 года. Решением может стать перераспределение трудовых ресурсов из сельских улусов в промышленные районы. В этой связи подписали четырехстороннее соглашение между Министерством профобразования республики, Нюрбинским техникумом, Оленёкским и Анабарским районами. И мы, конечно же, заинтересованы, чтобы новые промышленные предприятия прежде всего брали на работу местных жителей. Но для того, чтобы эти местные жители могли быть приняты на работу, естественно, их нужно обучить. Поэтому достигнуто соглашение с одним из старейших учреждений системы профобразования республики, в новом названии это Нюрбинский техникум, который базируется в Нюрбе и в Маре, которые имеют многолетний опыт подготовки кадров для работы в промышленности. Это прежде всего водители большегрузного транспорта, это открытые горные работы.